Всем привет, продолжаем играть TLDM. Так, что у нас тут, в общем-то, происходит? Я, по-моему, куда-то шел. Долина Андуина убить, 4 союзных пленника, 27 дикие орки-воины, да? По-моему, я здесь какое-то задание брал, мне кажется. Блин, что-то я хотел сделать. Ну ладно, погнали. Погнали, поищем приключений каких-нибудь. Возможно. О, бродячие орки, сюда. Мне не нравится только то, что лихолесье здесь. Я не хочу тут сражаться. Вот. Но, к счастью, скоро будем играть за варьягов, за дунландцев там. То есть вот у них все хорошо будет в этом плане. У них нет никакого лихолесья. Они там в своих степях сражаются, и все отлично у них. Да что ж такое-то, а? Как тут проехать? Жесть. Ну вот как на этой карте можно коннице сражаться? Вообще как это возможно? Я молчу уже про... про освещенность, да? Вон, первое мясо пошло уже. Где они там есть? Или знатный всадник, руна оглушен? Офигеть. Знатный всадник — это тот, который в броне? Ничего себе. Видимо, совсем жестко зажали. Враги дрогнули. Блин, ни черта не видно. О, под конец зарезал хотя бы одного. Ладно, один раненый. Ну, будем считать, что он споткнулся об корень и упал с лошади, ударился головой. Бывает. А, знатный. А... это не те, о ком я подумал. Я подумал почему-то о вот этих ребятах. Ну или о вот этих. Ладно. Надо еще своих вытаскивать из плена. Кстати, а что у нас тут? Аванпост Долгулдура. Ну, выглядит довольно-таки интересно он тут. Такой лагерек с чистоколом. Есть у вас тут, да, припасы есть. Если у них есть тут этот староста, можно будет задание брать. Изредка здесь поделывать. И за их репутацию покупать там что-нибудь. Или забить. Разведчики Дейла. Скачите лучше в свой Дейл. Так, я хочу выйти из леса. Мне вообще здесь не нравится. Поймать бы тут. Но тут все враги, поэтому... о, ну-ка, стой. Западный Асгилет более не под осадой. Ну и хрен с ним. Где они есть? А, проехал мимо. Этот сдох уже. Там все, да? Ладно, это мы все забираем, металлы вот эти вот. Можно было бы караван грабануть, но это надо на равнине делать.
Набатские налетчики, но это свои. Это свои. Может быть, какие-нибудь эльфы тут есть. А ну стой. О, вот это сейчас будет налет. Идеальный. Вы потратили 798 очков снабжения рун. Какая же дорогая зарплата. Поехали просто сотрем этих гоблинцев. Вот они. Один уже готов. Свои не мешают, конечно. Ну, куда деваться. Ну, фармят они нормально здесь опыт. Оу, хороший металл пошел. Рунийский всадник войны. Он улучшается до военачальника. Может быть, напасть? Хотя, блин, а как бы много потерь будет. Не, давайте нападем. Че на них смотреть, на этих эльфов? Я надеюсь, щиты спасут. Посмотрим, как вам такое, эльфы. Блин, стрелами уже шьют. Нормально. Ой-ой-ой, знатный всадник руна убит. Вот твари. Лови, блин. Рубите, рубите их. Блин, этому хана. Не засейвлю его. Так, это свои. Как я так промахнулся? Ты чё, блин, а? Убивайте, убивайте их. Да, потерь много, конечно, но... Сейчас посмотрим. Силы были равные. Нас 42, их 42. А, 10 убито. Ну, в принципе, неплохо. Да, и здесь мы можем деньги поднять. И еду. Так, меняем говно. Давайте вот это повыбрасываем, зарядимся сапогами. Перчатки сюда. А, перчатки мне нужны. А, далее еда. Тухлая говядина выбрасываем. Копченая рыба почти доели. Вяленое мясо тоже. Человечина. Копченая рыба. Вот вам еще крем. Что тут еще можно взять? Ну, куски металла. Получше. Ну, в принципе, пшеница еще неплохо стоит, да, 77. Ну, вообще, не такое не такое профитное ограбление, конечно, в этой модификации, чем, допустим, в стандартном Mountain Blade. Так, еще один военачальник есть. Круто. Балхатский конный лучник. Первый у меня появился. Да, довольно жесткий. Еще соколиных всадников. Это мы сейчас наймем 10 человек, как бы не беда. Так, можно в силу чуть-чуть. Нормально мы так караван прессанули. А ну-ка стоять. Умри или умри. Мелкие гаденыши. Что вы лезете, а? К своим деревьям. Хотя тут больше ничего нет.
Взялся, стилил у меня. Ну, в принципе, ладно, пусть качается. Кто там еще остался-то? Никого. К счастью, пауки, кстати, не попадались вообще. Так, куски металла, но... Некуда уже грузить, некуда. Ой-ой-ой, вот это плохо. Вот это надо скидывать сразу. А ну-ка, подождите-ка. Не-не-не, иди сюда. О, тоже хотите? Со всеми подеремся, у всех заберем пленников. Мне там как раз задание, кажется, есть на спасение пленных. Че, гномы и бёрнинги? Чтоб тебя, а? Нормально. Блин, когда я уже... О, это еще и наши ребята сюда. Еще и наездники. Да, освободите 4 пленных, выполнили задание. Но там еще я видел. Отрядец уехал куда-то. А ну стоять. Блин, вот этих бы поймать еще. Ай, где они? Да хрен ты теперь найдешь. Еще и ночь это. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, сочувствую. Гундабадские ребята слишком далеко зашли от своего дома. Они там умирают. Бывает. Да ладно, ни в кого не попал. Вообще разучился я двуручом пользоваться. Хотя это немножко не тот двуруч. Немножко не те условия. Ладно. Так, хлам всякий мы не берем. Офигеть. 991. Тут тупо тысячная армия сражается против гундабадских 170. Сочувствую. Ничего не поделать. Блин, очков снабжения не хватает. Надо возвращаться и продаваться. Иначе мне скоро нечем будет зарплату платить. Мне уже нечем, по сути. Блин, гоблинцы маленькие, не достаю до них. Умри ты уже. Нормально. Куски металла. Ну некуда, некуда девать. Блин, столько денег уходит в никуда просто. 1500. Охренеть. Вот это жалование. Только не уходите. Ладно, сейчас я думаю, мы успеем уже до мейн-лагеря доскакать и сдать задание еще надо будет. Че, блин, тыкаешь, а? Да больно же, но. Я же без доспехов почти. Ну, доспехи новобранцев. Вот еще, пожалуйста. Как это можно не забрать? Ну стой. Ладно, хрен с тобой. Так, полевой склад. Да какой тут рунийский тяжелый конь? Тут бы разобраться со всем, что есть.
больше бойцов. Низкокачественного металла. Ой, как это кстати. У меня тут высококачественный. Куски высококачественного металла. 7 штук. Когда упростили куски, короче, нормально. 3500 очков снабжения фракции Ром. Все, проблема решена. Ну, по крайней мере, на какое-то время. Остальное мы просто продаем. Не все. Вон даже что-то осталось. 4500. Но мне нужны всадники еще. Давай сюда. Так, конный лучник. Может, рубак этих взять? Ну ладно, пусть один будет. Хотя он мне, мне кажется, просадит скорость. Ну ладно, уже что сделано, то сделано. Так. Мне, в общем-то, шлем бы какой-нибудь. Неплохой вариант, но надо что-то более величественное, не знаю. Можно вот такой 32 защиты. Глифа есть, но ее нельзя конным использовать, поэтому такое. Есть еще вот такой прикид. Ну такое. Чуть побыстрее, но в целом. Немного не то, чего я хочу. Тяжелый рунийский топор. Давайте поножи нормальные возьмем. Какие тут поножи? Состояние это все стоит. Гросс провиант. В Долгулдор. Ну давай. Давай сопроводим. Так, а по заданию? По заданию. У меня же есть вот это задание еще. Брода. А где он? Если бы я знал, где он вообще находится, этот Брода. Так, блин, тут есть покруче. Рунийский шлем с шипами и бармицей. Или бармицей. Ну, не знаю. Меня и мой устраивает. Он тем более меньше защиты дает. Вот броню бы вот эту, знатного воина. Вот это я понимаю. Тут и защита 30. Но это как минимум 5700 стоит, офигеть. Есть еще вот такая маска, рогатая. Ну, пока что как-то так, в общем-то. Косулак, а что он тут делает? Косулак. А ты почему не воюешь, а? Мы все тут кровь проливаем, а ты просто в лагере отдыхаешь. Поручение есть? Угу. Деревня, это хорошо. Да еще и так близко, поехали. Вообще замечательно. Награбим добра. Не, ну шлем надо будет потом поменять, конечно. Есть и получше. Пойдет. Мне бы доспех. Это не помешало бы. Че, блин, а? Крестьяшка. Лови. Все. Ну, как бы да. Реборский караван. Мне показалось, он в битве с кем-то. Хотел помочь.
Так, а есть еще поручение? Нету. Ну и в задницу тебя, кусулак. Где остальные? Мне задание сдать надо. Сдавайся или умри. Блин, как же мне зарплату потянуть всей этой конной армии, а? Еще и при этом доспех ухватить. На самом деле, пара-тройка заданий на металл решила бы весь вопрос. Попробуй еще найди. Да куда ты тыкаешь в меня, блин, а? Пику свою, точеную. Надеюсь, сейчас задание выполнится. Нет. Да, выполнилось. Отлично. Я куда стрелять там по своим? Конные дурачки. Ладно, но здесь я все беру. Деньги нужны. Так, 619. Да, тут, кстати, еще мясо всякое валяется. Ну, человечину я сбагрю. Зачем она мне? Подождите, у кого я? По-моему, в этом лагере, да, я брал на орков. Конвой. Два пленных. Ну, такое. О, подожди. Вон бегает, вижу. Наши. Кусулаки, не кусулаки. Вот они, их следы. А ну, стой. Ты какой ослабленный. Дай мне, кстати, этих пленников. Мне деньги нужны. Поручение есть в северный аванпост Руницев. Кусулак ожидает письма. Да не вопрос, сгоняем. Брода. Рунийское войско там. О, сейчас кусочек отхватим, я чувствую. Почему бы и нет? 232 против 50. Так, а у меня много моей кавалерии? Ну, достаточно. Достаточно. Но большинство, конечно, союзникам принадлежит. А ну здесь, в принципе, все мои. Или половина, по меньшей мере. Заедем с этой стороны. Тактические маневры, все дела. Давайте в атаку. Ловите. Блин, попробую еще достань этих карликов с их ростом. Кстати, в битве воинств примерно то же самое сейчас происходит. И тоже за рун. Офигеть, тут конных лучников. Все, все, разбили. Но у меня там потери, погибшие есть, я видел. Да, у меня двое погибли. Блин, соколиный и быстрый всадник ведь... А, ну это вот эти вот скоростные всадники у меня в основном умирают. Остальные живут. Так, мясо мы берем. О, червивый хлеб. Сюда металл. Мне нужен брод, да. Я сделал задание. Поручение есть. А, видели его в Гундабад. Ни хрена себе в Гундабад ехать. Можно. Соколиный всадник. 30 дней. Это смс-ку послать. 6 дней в Дол-Гулдур привезти провиант. Да, вот сейчас поедем туда. Так, подожди, какое рунийское войско? Я все еще работаю. Давайте смс-ку доставим.
Я слишком занят, извини, у меня другие. А что гундабадские эти делают, разведчики? Что им надо? Так, пленных ловите. Немножко гномов. Давай, вот этих вот бронированных мне надо. Побольше наездник руна. Знатный всадник, давай. Блин, рун мне нравится. Я бы задание на металл поймал, на самом деле. Поэтому металл я буду стараться сохранять пока что. По возможности. Ладно, поехали в Дол Гулдур, а то там осталось 6 дней. Плюс инвентарь у меня забит. Из-за этого еды хватает, денег хватает. Нифига себе, за мной бегут. Учё, блин. Блин, долбаные дезертиры. Ну догони ты уже их, но... Ой, да ну вас нафиг. Да, конечно, конечно. Догонишь ты меня, Барт. А ну-ка стоять. Еще орки. Мы как бы уже сделали задание, но напоследок можно еще немножко залутаться. Почему бы и нет? На халяву. Звуки у них забавные, у этих орков. Да где они все есть? О, кого-то зарезал. Ладно. Допустим. Ну, пару кусков металла. Пойдет. Отлично. Есть какие-то еще? Произошла битва. Давай. Может быть какой-то... 36, кстати. Крепкая рунийская рогатая каска. 2200. Не, надо сначала доспех. Хрен с ними, с перчатками и с сапогами. Пусть остаются такие. Броню надо. Надо броню. Давайте быстренько разобьем вот эти вот маленькие отряды. Ну, соколиные, да, резкие всадники, конечно. Быстро вырезают. Так. Раз, два. Поехали, убили их быстренько. Еще отрядец остался. Где они? Опа, ну-ка стоять. Давайте их просто проедемся по ним, собьем их. Да куда ты подрезаешь, ну? Их там убивают нафиг. Хотя я хотел, чтобы они оглушали их. Ну просто по приколу, ну ладно. Можно и убить. Так, кто-то прокачался еще. Всадник Рона. Угу. А где эта пятерочка? А, вот они, ничего себе. Ну, не пятерочка, а восьмерочка. Где-то пятерочка же вроде была. Забились в угол, бедные.
Все. Так, и что? А можно день врубить? Вот они. А ну-ка, стой. Ладно, все, надо в Долгулдор ехать. А потом в Гундабад еще выследить там предателя и зарубить его. Как же любят задания на эти всякие орочьи лагеря. Ну, не лагеря, в смысле, а этих бандитов, орков. Иди сюда, блин. Два? Тупо два. Понимаю. Я предпочту сам разобраться. Да, блин. Ладно, пойдет. Великий воин. Так, я надеюсь, все. Да. Вы теряете 1 очко франга, что... Ну, получил 7. Ну, ладно. Больше заданий нет никаких пока что. Тогда в Долгулдур. Ух, ё. Тут из Долгулдура вон войска ходят. Местный управитель. Плюс уровень. Так, еще сила, владение оружием, мощный удар. Я бы вкачал. Давайте поможем. Лоренский, блин, не успел помочь. Ну ладно, бывает. Так, теперь... ну, это я, наверное, не сделаю. Но вот в Гундабад мы съездим. Съездим в Гундабад. И посмотрим, что там можно сделать. Главное не наткнуться здесь на кого-то сильно жесткого. Хотя тут с краешку пройти нормально. Здесь уже свои бегают. Не считая дезертиров. Так, давайте посмотрим. Гундабад. У нас вот так выглядит. Ну, не знаю, не знаю. Еще темно, наверное, надо лучше днем. Подождать и днем посмотреть на Гундабад. Так, а вот теперь давайте искать. Ну да, так получше. Он просто пещеры в скалах. Но это реально какой-то орочи. То есть это не бывшие гномские чертоги. Хотя архитектура... Архитектура чуть-чуть проглядывается. Но где же мне искать этого чертова предателя? Он должен быть человеком. Куда вы все идете? А что там? А, тут прям вход. Смотри. Эй, что так людно-то? Так. Тут у нас торговец. Раз. Торговец два. А что у Гундабада вообще за снаряжение? Гундабадская орочья броня. Вот такая себе. Ну такое чисто говно. Понятно. Блин, что-то с едой плохо стало. Надо будет закупиться.
Может быть, здесь стоит предатель. Третий глаз. Ох, нихрена себе, гномья статуя. Ну это да, это типа гномьи чертоги. Но что-то как-то так себе они сделаны. Нифига тут под землей. И где же эта подозрительная личность, которая мне нужна? А, вот ты где. Думал, сможешь от меня скрыться. И не вставай больше. Так, а ну-ка идите-ка сюда, мелкие паршивцы. Блин. Длины меча не хватило. Это не копье. Ну, не достал чуть-чуть. Ну, хотя бы кусок металла. Эх, ладно, хотя бы так. Рунильский всадник войны очередной. А кому это задание Броди надо сдать? Угу. Ну, поехали напрямки в нашу, так сказать, обитель. А вот и Брода, кстати. Блин, 58 пленников, зачем тебе столько? Дай мне чуть-чуть. Сделано. Поручение 4 известных, дозорный отряд Темнолесия. Не, давай сам. Убивайте дозорные отряды. А, блин, где остальные полководцы, а? Рунийские. Урожеры Дейла. Лучше бегите. Задание есть. Я отправил воинов на разведку. Нет, я не буду своих воинов на разведку отправлять. Иди ты нафиг. Сам своих отправляй. Ты сидишь, ничего не делаешь. А я должен своих воинов, да? Отправлять, ага. Сейчас. Размечтался. Полевая кузница, еще шлема тут всякие. А. Точно такой же шлем, просто каска меняется. Забавно. И защита даже одинаковая. Кавалерийское копье. Да какое тут кавалерийское копье, прокормить бы. Вот это я не сделаю. Ладно, пойдем на южный аванпост. Посмотрим, что у нас там. Дозорный отряд из Горота. Нифига. Так, а что здесь? А, ничего не надо. Интересно. А как я должен войско свою кормить? А как я броню должен? Ну, броню, я так полагаю, я не получу. Откуда мне ее взять? Давайте сражаться хотя бы. Нифига там какие-то заряженные. Дейльские засранцы, фуражиры, блин.
Самое главное, прям на них не переть. И будет нормально. Летят вон стрелы уже. Не трогайте моих бойцов, блин. Давайте вперед. Блин, ну лучников тут немало. Еще и запакованные все. Ну давай. Хочешь конную дуэль? Свидание. Быстрый всадник ветеран оглушен. Лучником барда. Что-то они все прям рассыпались. Без потерь. Один оглушен и все. И зарубил последнего. Они точно собирались на меня сами идти? Оу, сапоги, металл. А можно еще фуражиров таких повстречать? Балхатский конный лучник. Неплохо. Военачальник руна, третий уже. Воу. Я что, скоро миллион им буду платить? Я так чувствую, да? Уже 1800 зарплата, охренеть. Какие 1800? Где я столько денег возьму? Я бы уже мог 10 этих купить себе доспехов. Чем такие деньги платить? Так, ну часть металла я сдам. Все хорошо. У вас все хорошо, да? Ну, замечательно. А у меня не все хорошо. Мне срочно нужна броня и нужны деньги. Не-не-не, стой. Взял 11 еще этих, заплатил. Куда этот Брода уехал? Вот они, кружат. Поручений нет. Доспех дай хотя бы. Кусулак. Гундабадский аванпост в Темнолесье. Ну давай. Поедем, скатаемся. Что еще делать? Гундабадский аванпост в Темнолесье. Ох, я чувствую, я здесь нарвусь. Пока до него доеду. Нифига тут. Гундабадский орк. А где эти стоят, главные? Ведущий запасами. Открыли его на всякий случай. Где главари-то все? Вот это, наверное, они стоят. Вот это они место тут для аванпоста нашли. Поручения твои не нужны. Так, я стал меченосец руна. Очередное повышение, это замечательно. Еще плюс 2 тела могу таскать, но главное зарплата больше. Тред гномов бы выбить. Но не в Темнолесье. А можно день, пожалуйста. О. Блин, вот Мирель поймать бы. Но они же вместе вступят, я же знаю. А ну-ка стой, мелкий паршивец. А, это еще и наши, это руницы. Вы че, блин? О-о-о. Ну это вообще неодобрительная тема. Дезертирство.
кого-то, смотри, конные всадники наши. Блин, и как тут понять, кто чужой, кто свой? Вот он в меня еще пролетает. Давайте, соколиные, догоняйте. Блин, ну это просто забей. Бегать за этими. Пошли потери. Соколиный всадник убит. Ничего с этим не сделать. Зря я напал, ну ладно. Так, это мой знатный всадник. Уже не всадник. Ты че, урод? Я вас не прощу. Бейте, бейте их. Это предатели. Голые дезертиры, блин. Вот это свой или чужой? Кто его знает? Мне кажется, это дезертир. Да блин. Нет, это наш. А вот это не наш. Офигеть, прям нормально так под горло зарядили. Солнечное сплетение. Двое убито у меня в итоге. О, ну такое. Вот это можно взять. Стрелы. Неплохие стрелы, кстати. Татуировки и снимать кожу я не буду уже. Ради татуировок. Поэтому пусть остаются. Блин, ну соколиные такие себе не дохнут. Они дохнут очень бодро. О, давайте поможем. Что-то тут какой-то неравный бой. Погнали в бой. Чё их ждать, щадить-то? Там тоже вон голыши одни. О, кстати, я задание выполнил. Неожиданно. Для меня. Ну, хорошо. Это замечательно. Вспомнить бы, у кого я его брал еще. Спасибо за помощь. Не за что. Ух-ух-ух-ух-ух. Вот это мой звездный час. Берсерк. Блин, кого брать? Мне кажется, воин-медведь однозначно. Посмотрите, как он даже заряжен. Если не знаете, кто сколько стоит, берите просто самых одетых. Ну, типа, как правило, обычно они самые дорогие. Лесник, следопыт, лесной страж. Привратник, житель. Не знаю даже. Нормально тут рабов. Ох. Доспехи еще, ботинки. Тут надо все брать. Нормально так зашли. А кому я помог? Налетчикам. Рунийское войско еще. Еще один военачальник. Итого 4 их уже. А ну-ка стоять. Идите и разбейте их. Надо посмотреть сейчас, у кого я брал задание. Наездник руна убит, смотритель пустоши. Вы чё, блин? Какой смотритель пустоши? Вы там все трупы без 5 минут. А, ну это у союзников, это не у меня. Ух.
Ратник Дейла. Возьму-ка я ратника лучше. Блин. Ну ладно, это дейльские ребята были. Это не голые эти, андуинские. Так, полевой склад. 756. Кузница. Кузница всегда 3600. Есть чем поживиться. Рунийское тяжелое боевое одеяние. Неплохо. Неплохо, но мне бы что-то получше. Фига себе сапоги. 28 защиты. Так, смотрим. Значит, рунийский конный лучник. 73. Берсерк 266. Понимаю. 416 воин-медведь. Ну, по нему видно, да, что он прям конкретный. По 66. Эти такой себе. Привратник 104 пойдет. И ратник Дейла 66. Зря его брал в итоге, он дешевка. Давайте пару соколиных возьмем, хотя они сдохнут, скорее всего. Надо вот этих брать, всадников войны по максимуму. Они прям вообще замечательные. У кого я брал задание? А, Улвард Балхот. Ладно, это мы сейчас разберемся. Мне нужны вот эти вот. Орки Снаги. Сюда дезертиры. Сейчас мы их раскатаем на равнине. Вообще без шансов. Вон они бегают, бедолаги. Смотрите, все запакованы. Голых почти нет. Просто все запакованы уже. Но мне бы еще запаковаться, да, как следует. Тут. Ну, тут серьезные орки. То есть они с мечами, они с дубинами и даже одеты. Но им это все равно не сильно помогает. Против моей-то кавалерии. Рунийский быстрый всадник ветер. О, вот это я не зря зашел, да. Я прям чувствовал, что так и будет. Просто тонны металла. Низкий всадник войны. Еще один соколиный. Их 11 человек, кстати. В соколинах. 2500. Так, я думаю, здесь можно, да, уже на 6500 рассчитывать на какой-то доспех. И надо этого Балхота найти. Сдать ему задание. Подожди, а может быть... Нет, заданий нет. Ярл Хелькарот. Давай, я скоро буду. Знать бы еще, где ты. Ух, нифига себе. Ангбор бесстрашный, сдержал Гондор, терпит поражение в битве. Фарамир с Гондора погиб в бою. О-о-о, жестко. Фарамира убили. Ну вот, теперь Денетер не сможет его сжечь. И отпраздновать это поеданием помидоров. Ничего не поделать. Блин, вот мне сейчас надо купить доспех. Если я сейчас этого не сделаю, то все. При себе не менее 8 воинов около деревни лесовиков. Нифига себе. Вот это ты ускакал. Брони нет. Ладно.
Поехали к деревне лесовиков, где-то там они обитают. Под осадой, понял. 175 очков я получаю. Так, дезертиры сразу сюда. Ой-ой-ой, железностоп. А ты что здесь забыл? Не-не-не-не, ребята, так не работает. Фух, разведчики Дейла тупые попались. Могли бы просто на меня напасть и все. Там бы железностоп помог. Кусулак из руна потерпел поражение. Да что ж ты такой слабый-то, а? Где они, кстати, есть? Я пробежал мимо деревни, что-то их не увидел в округе. Надо днем посмотреть, где они там шастают. Ребят, тут наездники на варгах, которые сдохли уже. Ну, варгов еще забить самих. И все. Стой, блин. Давай, догонишь его. Я не догоняю. Соколиный всадник оглушен. Опять соколиные. Дохнут. Умри ты, ну. Рубите, рубите их. Так, двое ранены. И только соколиные причем заметили. Что-то они какие-то, ну, ненадежные. Плюс уровень. Сила. Зоркость. Давайте качнем немножко. Так, а где мои-то? Под осадой, но их здесь нету. Задание отменено. Ну, ничем не могу помочь, значит. Ой-ой-ой, не надо. Идите по своим делам. Фига себе, гномы дозорные на меня напали, серьезно? Они, видимо, на чью-то помощь рассчитывали, ну ладно. Решили закончить свою карьеру. Ой, как ему в голову залетело. Блин, а вот этих мне надо обойти как-то. Эту компашку. Да отвалите вы от меня, ну. Я даже не полководец, у меня так чисто отрядец. Ой-ой-ой, рунийское войско против эриборского конвоя. 44, а ну-ка сюда. 44 пленных, воу. Ладно, езжайте, уничтожьте их. Потери не важны, мы все восполним здесь, поэтому. Да я думаю, сейчас только рунийская армия здесь потеряет много. Мои ребята как бы живучие. Вон, военачальник там уже быканул, дозорного сразу убил. Это он и военачальник. Рунийский дикарь убит там. Ну, это не мой, у меня нет дикарей. А чего все столпились? А, все? Нормально. Спасибо за помощь. Ух, ё! Я как будто зашел, знаете, пополнить набор в лагерь. А тут просто на любой вкус и цвет воины. Так, есть соколиные. А, но мне же... Некого восполнять, да? Ну, можно, знаете, как сделать? Рунийский всадник войны. У меня такие есть. Блин, тут такие крутые ребята запакованные есть. Просто капец.
Но, к сожалению, у меня полный набор, поэтому... Ну, хотя бы вот это все можно забрать. Так, получается как-то так. Склад 649. Так, рыбку я куплю. Это продам. Дайте мне доспех нормальный. Я уже могу себе позволить. Надо искать назойливых гоблинов. Не нападай. Все нормально. Убейте просто этих гоблинов и все. Легкое вообще изейшее задание. Ну, в принципе, армия не напала бы на них, потому что там 11 человек оставалось против 30 этих гоблинов, такое. Надо, короче, всех военачальников сделать. То есть, сделать просто армию военачальников и не париться. 44 военачальника, включая меня. Я тоже своего рода военачальник, так что, да. А где они все есть? Гаденыши, а? Смотри, убивают еще, да ладно? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Это просто карта, блин. Это просто карта. Вот я греб. Потери есть. Хотя, казалось бы, как-то возможно. Какие-то ссаные гоблины. С дубинками из костей. Кто-то еще умереть у меня умудрился. Да. Ну ладно, это задание как бы изи. Сейчас мы пополнимся, если что. Рунийский всадник войны ранен. Ладно. Не убит хотя бы. Рунийский быстрый всадник ветеран. Ну понятно, они картонные. Они умирают только так. Да. Задание сделано. Отлично. Банда мерзких гоблинов. Угу. Только на одиноких прохожих. Это ночное задание, что ли? Зловредные гоблины. Ночью по улицам, да-да-да. Это именно оно. Так, пленных, неужели ко мне деньги пришли наконец-то? 9200. У меня наконец-то есть деньги. Так, ну давай военачальника можно нанять, понимаю. А почему бы и нет? Уже шестеро их у меня. Ну, давайте посидим тут, подождем. Ой, подожди-ка. Надо помочь. 121 против 106. Вот это сейчас резня будет. Блин, этот. Лес долбанный. Ну, по крайней мере, просторно здесь хотя бы. Вон они, гномы. Так, ну голые это не мои. Голые смешные, поэтому пусть первые отхватывают. У меня только закованные ребята в доспехи. Блин, тут соотношение примерно равное. Потерь будет много сейчас. Рунийский всадник войны. Воу. Это уже мои ребята, по-моему. Чё, блин?
Ой, надо уезжать отсюда. Надо просто уезжать. Жесткая резня. Может быть, и не стоило вообще вмешиваться. Лови. Да блин, что с вами делать, а? Рубите их, рубите. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это я отхватил. Так, у меня 20 убито, 16 ранено. Воу. Ну, типа, мы должны победить, но что-то это жестко. Да, я потерял половину войска, получается. Ничего. Может, справимся. Давайте за мной все, а то вы что-то какие-то это... Сюда уже можно в атаку идти. Главное не отхватить стрелу. Или чего-то похуже. Да блин, что такое? Учи, скотина. Блин, тут хрен поездишь нормально. Ой-ой-ой-ой. Зараза. 14 против 17. Да это все вонючий этот лес, блин. Вот эти вот ваши лихолесья всякие. Давайте за мной, а то опять сейчас там в деревьях позастреваете. Реально, было бы поле обычное, вообще размотали бы гномов. Просто налетели бы. Тут, блин, в этом лесу долбано. Где они вообще? Не вижу их даже. А, они настолько маленькие, что я понял. Вот они прям. Жесть. Я реально не увидел гномов. Что у них там за жесть? Я не пойму. Там 17 гномов. Откуда там такие звуки стрельбы, блин? Как будто их там 100. Фига себе. Слышали этот звук? Кажется, у меня проблемы. Вот эти вот алибарщики мне вообще не нравятся у гномов. Смотри, там, блин, урон даже не проходит по их доспехам. Но убил. Ну, конечно же, ну, конечно, ну, как же иначе? Вонючий конь застрянет, конечно. В этом ссаном дереве. Нет, идете нахер. Со своими, блин, гномами. В лесу, блин. Мы стоим в чистом поле, но нет, карту дала лес. Потому что, ну, потому что вот так. Ну, типа, мое войско вообще для этой местности не приспособлено. Ладно, задание. 4 дня, Балхат подождет. Там еще 250 человек идет. Нет, со своим Фольгни сами разбирайтесь, я не хочу. Это я точно решил. Не в этот раз. Пусть бежит. О нет, на меня напали.
Какая неожиданность. Куда ты там лезешь, а? Да блин. Чтоб тебя, а? Вот как он может такой тесак обычной дубинкой? Лови. Еще кто-то, что ли? А? Допустим. Так, это сделано. Еще есть задание. 4 порции еды. Держи. Больше как бы нету, да? Никаких просьб, ничего. Доспех, дайте мне хороший. У меня 9700. Нет, 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 нет. Так, подождите. Ярл Хелькарот, котел. Каменоломник гномов. Осмотрел там округу. Это мы сделаем в следующей серии. Кусулак. Трех пленных врагов тоже мы сделаем. Так, полевой склад, надо еды немножко купить. Ну, броню дайте, но... Ну, что такое-то? Все хорошо, командир, заданий нет, но вы держитесь. 2500, охренеть. Нормальная такая зарплата. Тупо 7000 осталось. Ладно, в любом случае на этом мы остановимся, продолжим тогда уже в следующей серии. И доспех я буду искать себе в следующей серии. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. До встречи.